Всем привет! Продолжаем проходить Duke Nukem навсегда. Пробрались уже под какой-то реактор. Теперь надо успевать тут путь, пока кислород не кончился. По душе ходит. А, там вентиль уже какой-то есть. Надо его срочно открыть. А нет, сначала надо подышать. Это не туда. Что-то перекрыл? Или закрыл? Вода? А, все, что-то кончилось. Тихо. Непонятно. Надо выныривать. О, там каракатица уже пролетела. Что тут за фигня? Пойду-ка я по этим пузырям. Сдохни! Где? Куда идти? А он что-то мигает. Бомбочка. Чик. И вторую надо. А куда идти? Непонятно. Ни хрена глубина. Сплыть тут не успеть. Что-то есть, надо проверить. Дробовик. Куда-то путь надо. Может дальше? Дальше путь опасно. А, тут рычаг. Быстрей! Верчу, верчу. Загрей хочу. Стоять. Опасно. Вот они, пузыри. Я, наверное, пузыри открыл. А он еще один винтель. Уйди. Забурлива. А это не то. Непонятно. Что-то он там не захотел пополнять. Сдохни. Давай, лечись быстрее. Вот так вот. С оружием задница.
Куда идти? Туда идти. А, вон еще пузыри. Хоть бы головастиков поменьше было. То с ними сражаться как-то неудобно. А вон еще одна бомбочка. Ну давай, открывай уже. Быстрее, быстрее. Там оружие. А вон еще оружие. Там целый ящик. О-о-о-о. Вот это шибануло. Чё за херня? На, патроны срочно взять. Энергетическая пиявка. Воздух, быстрее. Вот это головарёк. Да неужели? Надо срочно взять и сваливать, дышать. Быстрее сваливаем. Миллиметры такие. Ага. Второй уже не мимо. Ты успокойся, блин, а. Дерьмо. Ой, засасывал. Блин, засасывал. Надо срочно воздуха и патроны. Опасно, опасно, я стал чуть-чуть. Быстрее, быстрее, там что-то сделать надо. Расширяйся. На бомбочку. Ха-ха, сдохла глиста. Все. Смываемся. Уйди. Мешается.
Где-то тут выход. Вот он уже. Совсем близко. О, какое облегчение. Наконец-то эта вода дурацкая кончилась. С дебильными этими кислородными пузырями. Начинается часть вторая. А? Внимание! Ожидается прорыв дамбы. Персонал, быстрая эвакуация. Прорыв дамбы? Тяжело говно по трубам. Это очень хреново. Прорыв дамбы. Свиньи побежали, как крысы с корабля. Отсоси! Какого хрена? Ожидается прорыв дамбы. Персонал, быстрая эвакуация. Где? Куда? Сваль вам. Вот когда пригодился бы молоток. И чё они бесконечно летят? Уже топит нахрен. Непонятно, как тут подниматься. Даже не дают зайти сбоку, чтобы переждать эти бочки. Сыплются и сыплются. Вот когда пригодился бы молоток. Ну чё, она взорвалась-то? Ёкарсе. Ну, ещё одна бочка. Сволочь, а какой. Вот падла. У меня оружия-то нормального нет, чтобы эти бочки отпинывать. Может, этого дебила есть, который здесь. То есть с этой снайперкой ни хрена не пройду, походу. Вот когда пригодился бы молоток. Стоять. А, тут две. Двое их пролетают. Обычная гидроопасная. Ну, сразу бы так. А я думал, там будет обезьяна. Персонал, быстрая эвакуация. Быстрее. Сейчас все взорвет. Надрать кому-то жопу. Быстрая эвакуация. Пора надрать. Поросячью жопу. Какого хрена? Где выход? Эвакуация. Тут лесенка. Внимание. Ожидается прорыв бомбы. Быстрая эвакуация. Быстрее. Куда бежать? Пойдем сюда. Не знаю куда. Пойдем туда.
Не сюда. Надо, наверное, прыгать или что-нибудь. Быстрее, быстрее, закрывай ворота, он не идет сюда. Что здесь есть? Ничего тут нету. Туда не идет, а нет, пошел. А я думал тупик. Какой-нибудь воздух уперся. О, мать. Куда-то понесло. Выбрались из дебильной этой... Откачивают. Охренеть, Дюк! Ты умудрился выжить! Ты взорвал дамбу нахрен, друг! Портал закрывается, похоже, конец. Мы не видели, но, судя по всему, император сбежал. Хотя президент, похоже, не особо доволен. Поехали! Один пистолет, больше ничего нету. Будь ты проклят, Дюк! Надо было натравить на тебя ЦРУ. У меня был бы в руках весь мир, весь мир! Ты идиот! Ты узколобый кретин! Теперь я сам должен все исправлять. Протокол Омега-96. Код запуска Зета-Альфа-Тау-81. Слышал? Это звук твоей неминуемой смерти. Это звук, с которым исчезают мои проблемы, Дюк Нюкем. Любишь ядерные ракеты? Получай. Одна уже наводится на цель. Ты даже успеешь помолиться, пока она летит. Я буду потягивать коктейли, а ты стирать себя кожу и мечтать о быстрой... Всем приготовиться! Сейчас я его пистиком... Кукокошу. Отсоси у пьяной обезьяны, потому что трезвая не даст нихуя. Это же этот главарь. Самый первый в раунде. На него вижу. Пистолетик ко мне взять. Эй, свинья. Ну-ка, отдай. Места кому? Стоять! Свинюшки! Мне нужна твоя пушка! Мне тебя убить, все равно шестер. Уже половина. Те пушки где-то тут были. Ну а партия свиней. Сейчас он упадет. Осталось совсем чуть-чуть. Иди сюда. О, давай. Да дерьмо какое-то нахрен. Какие-то нажатия идиотские. Дубль 2.
Так. Давай, дергай. Руку ему повредили. О, у нее какой-то лазер появился. Пару минут. Вот шутник. Там надо ракеты взять. Чё-то херня летает. Где пушка тут была? Вот она. Чё эти исчезающие стали появляться? А, свинья на очереди. Давай пушку. Вижи, поросёночек. Ну, падай. И вторую руку. Да неужели получилось? Да я тебя голыми руками задавлю. Блин, тут какие-то эти стены невидимые. Где еще пушки? Вот он. Свиненок с одной пули почему-то сдох. Где разрушитель? Давай, иди сюда быстрее. О, вот сейчас будет веселее. Может, сначала этих мелких задавить, а то они что-то мне надоели. Свиньи тут эти еще. Сейчас он сдохнет. Падай. Ты-то куда тут прилетел? Иди отсюда, обратно. Так. Третья трубка. Я уж думал, он не оторвет. Что, кислород кончился? А вот твой глаз выпал. Нассать на глаз. Надо подзарядиться. Президент мертв, но его приказ еще в силе. Ракета запущена. Эй, эй. Я тут. Опа. Подожди, Дюк, мы сваливаем отсюда. Что случилось? Что происходит? Мы падаем. Ёкало мне. Как так? Это, наверное, уже финальный ролик. Там воронка здоровенная. Что за хуйня? Я жив. Я вернулся за добавкой. Дюк сказал, жив, значит жив. Дюк, теперь, когда все пришельцы мертвы и мир снова спасен, чем вы собираетесь заняться?
Да вот, хочу стать президентом. Да здравствует король, детка. Хо-хоу, Дюка в президенты. Ну вот и закончилась замечательная игрушка под названием Duke Nukem навсегда. Конечно, игра не шедевр, но в целом замечательно вышла. На оценочку примерно 7 из 10. Вышла бы эта игра на лет 5 пораньше, ей бы цены не было. А так, в целом, замечательно. А на этом у меня все. Оставляйте свои комментарии. Всем пока и до новых видео.